Всем привет! Вы на канале компании Adore, с вами Вадим. При разработке нашей продукции мы максимальное внимание уделяем, чтобы электропривод был высокотехнологичным, конечно, безопасным и надежным, обладал широким набором функций и был рассчитан на интенсивное использование в многие сотни тысяч циклов работы двери. В то же время у наших клиентов, кто не так часто использует дверь, существует спрос на электропривод, который будет работать долгие годы, обладать набором необходимых функций и будет более доступен по цене. И такой электропривод в нашем ассортименте есть. Это электропривод вертикального типа SESAM 304. В его основе лежит современный моторедуктор с высокими тяговыми характеристиками и продолжительным сроком службы. Благодаря вертикальному расположению привода дверь открывается до 8 см шире, чем с приводом горизонтального расположения, например, Кроко. Давайте посмотрим, что входит в состав комплекта электропривода SESAM 304. Руководство по эксплуатации привода с информационной наклейкой на дверь. Универсальный жгут проводов с кнопкой управления приводом. Контроллер, блок управления приводом. Набор крепежа, метизов. И, конечно, сам электропривод SESAM 304. Вот так он выглядит. И состоит из следующих основных частей. Декоративная крышка, под которой находится моторедуктор, каретка привода, рычаг аварийного открытия, шестерня. Для того, чтобы автоматизировать дверь, вам необходимо добавить рейку, она универсальная, и подобрать, в зависимости от модели вашего микроавтобуса, прокладку под рейку, опору привода, привод замка двери и другие комплектующие. С подбором вам всегда помогут менеджеры нашего отдела продаж. А теперь давайте посмотрим работу электропривода SESAM 304 на примере микроавтобуса Mercedes Sprinter Classic. Перечислим основные функции электропривода SESAM 304. Закрытие и открытие двери. Остановка двери. Функция автоотката двери. Если при закрытии дверь наталкивается на препятствие, то она автоматически останавливается и откатывается обратно. Обратите внимание, данная функция работает только при установленном приводе замка двери. Если привод замка двери отсутствует, как в данном видео, то тогда дверь автоматически останавливается. Аварийное открывание двери изнутри. Для этого необходимо дернуть рычаг аварийного открывания вверх, затем потянуть привод влево до упора и открыть дверь вручную. Регулировка ширины открытия двери. Изменить ширину открытия двери можно только при помощи переустановки упора, который располагается в передней части рейки. Как вы видите, привод обладает всеми необходимыми функциями для его комфортного, полноценного использования.
Благодаря широкому ассортименту выпускаемой продукции, а это более 8 моделей приводов Adore для сдвижных дверей, вы всегда сможете подобрать подходящий именно вам электропривод двери. Купить нашу продукцию вы всегда можете в отделе продаж компании Adore и у официальных дилеров. Всем спасибо за внимание, всем пока!